Здравствуйте, дорогие друзья, пользователи Chess.com. Прошу писать мне, все ли в порядке с качеством связи. Я надеюсь, я в эфире, так как не очень частый гость я в стримах в последнее время. Здравствуйте, дорогие друзья, я надеюсь, что мне слушатели подскажут, все ли в порядке со звуком, с видео, и через пару минут должен стартовать титульный вторник, как всегда очень представительный. Вы видите на своем экране первый, я думаю, что 7 там должно быть, да, 7, наверное, по рейтингу шахматистов. Спасибо за подсказку, пишут, что все слышно. У меня есть сводный чат из всех мест, где это ретранслируется. Это YouTube, Twitch, а также, мне кажется, Facebook и ВКонтакте, насколько я знаю, идет трансляция. Так что очень рад всех приветствовать, где бы вы ни находились, на какой бы платформе. Через 2 минуты непосредственно стартует уже первая партия турнира. Мы видим, что турнир, возможно, даже более представительный, чем всегда. В первой десятке практически все шахматисты с рейтингом 3000 и выше. Возглавляет рейтинг-лист стартовый Хикару Накамура, знаменитый американский гроссмейстер, супер-блицер, которого считают одним из двух сильнейших в мире, как минимум в интернете, в блиц в интернете. Дальше Данил Народицкий, известный очень стример также, и супер-блицер из Америки. Дальше Михаил Сарана из России, очень известный шахматист молодой, один из самых талантливых, наверное, наряду с Андреем Есипенко. Дальше Григорий Апарин, тоже из России, Володя Федосеев, Джефф Ришон из Америки, Саша Зубов из мой соотечественник, который сейчас живет в Киеве, из Николаева родом. Дальше Микки Тарьян, Хайк Мартиросян, из Алексей Сарана, да? Спасибо, что поправили. Потому что Мишаник его никнейм. Мне почему-то показалось, что Миша его должно быть имя. Да, значит, Дима Андрейкин среди прочих и очень-очень много других сильнейших игроков. Я даже не знаю, какой я. Где-то вот Антон Коробов и я, вот мы вместе идем. 40-41 номер. И Юрий Кузубов, кстати, мы все вместе тут оказались. И Володя Онищук. Ну, очень представительный состав. Давайте... Я постараюсь не только играть, а постараюсь, если будет время, будет возможность, обозревать какие-то партии наверху, на вершине турнирной. Так, первая партия началась. Я играю с National Master из Турции с рейтингом 2450. Давайте разыграем каракан. Часто я в блиц. А вот так он сыграл, неожиданно. Давайте его тоже удивим. Контр жертвой пешки. F3. Очень редкий ход такой. Возможно, кто-то со мной так играл, но... Так. Мы не видим. Не видно, что не видно. Ага. Я вижу уже... Не видно партии. Так, надо поправить будет. Я не знаю, что. Не видно доску. Сейчас попробуем исправить. Так, вот я, видимо, щелкнул, обновил. Иногда в OBS в программе бывают зависания. Пишите, пожалуйста... Пишите, пожалуйста, как сейчас. Вроде все идет, да? Отлично. Так, ну, чуть-чуть времени потратил я на это. Но надеюсь, это не будет слишком...
для первой партии не окажет этого решающего значения. Да, потратил я, наверное, секунд 20-30, но позиция, что можно сказать о позиции, сложная позиция с обоюдными шансами, но мне кажется, у меня игра более простая. Вот я коня повел, и может быть сейчас я где-то пожертвую. Давайте конь c4. В стиле старых мастеров уже. А он не берет. И причем не берет это довольно уверенно. Возможно, правильно. Хочет свою контр-игру. А мы ладья c6 сейчас подготовим тем временем. Ладья c6. И может так и дадим мат по линии. Ну или по крайней мере постараемся дать мат по линии А. Да, вот мы видим, что все-таки уже какие-то ходы начал делать, которые явно говорят о том, что позиция белых не лучше в данный момент. То есть объективно проигранная уже. Объективно проигранная, но надо, конечно, играть до конца точно. В блице может все случиться, все что угодно. Да. Ну, что можно сказать, соперник играет, по крайней мере, очень быстро. Конечно, качество оставляет желать лучшего. До сих пор у него большой перевес по времени, но позиция абсолютно безнадежная. Кроме того, что нету... Вот он и сдался, как-то он быстро очень играл. И так, значит, я еще одну вещь не сделал во время игры, так как пришлось настроить... Будет во время игры выводиться таблица с тем, как таблица результатов промежуточных. То есть даже во время тура мы видим, что меняется таблица. Вот кто уже успел выиграть, то есть в числе прочих Амин Табатабай и очень сильный блицер из Вьетнама. По-моему, Туан Мин его зовут, но его все знают больше по никнейму в интернете на Chess.com. Да, давайте, пока есть время, надо пользоваться временем. Давайте будем посмотрим, кто играет. Вот мы видим, что играет Михаил Голубев, известный гроссмейстер с Украины. Также он журналист и... аналитик. Мне кажется, он один из тех, кто завсегдатай титулованного вторника, играет почти всегда. И в Фейсбуке иногда постит свои лучшие партии. То есть вы можете зайти у него на Фейсбук, посмотреть. Ну, по-моему, он делал ничьи с Хикару. Может, даже обыгрывал когда-то, но я не помню. По крайней мере, мне кажется, помню, что он как-то хвастался ничьей с Хикару. Но сейчас он, наверное, ему не удастся сделать, потому что и по времени, и по позиции не лучшим образом обстоят дела у Михаила. Вот. Ну, да. То есть, в принципе, тут очевидно, что, наверное, Михаил проиграет. Давайте... посмотрим, вот, например, партию Владислава Артемьева. Также в чате вы мне подсказывайте, если что-то не так со звуком или зависание доски может случаться. Значит, да, тут, как ни странно, у Влада еще практически дебют, хотя, как мы видим, времени достаточно мало остается на часах, по крайней мере, 18 секунд у Влада осталось, хотя это ни о чем не говорит, он очень быстро играет в цейтноте. То есть, пока позиция примерно равная, тут пока, как бы, с точки зрения... позиции рано какие-то выводы делать, но я думаю, что Влад тут выиграет. Можем посмотреть, как сложится. Да, давайте соберем лайки. Ставьте лайки, пожалуйста. Это поможет продвигать трансляции. Так, вот, значит, Влад постепенно переигрывает
мне кажется. Вообще нужно сказать, что это довольно типовая структура в Каракане. Я тоже так играю, зачастую черными. Вот мне мой соперник не дал это сделать. Если бы он побил на Е4 в нашей партии, я бы, наверное, пошел бы конь F6 скорее. И создалась бы такая структура, где у белых в центре лишняя пешка, но у черных есть шансы на контр-игру на королевском фланге. В первую очередь, как мы видим здесь, образовалась лишняя пешка у черных на ферзевом фланге. То есть хороший эндшпиль, хотя, конечно, опять-таки... позиция пока не определившаяся, то есть у черных хорошая игра, но не более того, то есть и все решится, конечно, в обоюдном сильном цейтноте, который уже наступил, вот, и здесь, мне кажется, класс должен сказаться, класс как и чисто шахматный, так и лицерский класс, очень быстрый, конечно, безусловно, и очень изобретательный игрок Владислав, очень хорош, конечно, во все виды шахматы и в блиц особенно. Мне кажется, вот он выиграл, растерялся соперник, хотя, конечно, можно было еще защищаться в этой позиции. Пока мы видим, что все фавориты, которых мы обозреваем, все выигрывают. Давайте, кого бы еще нам здесь... Давайте... Вот Грищук, но это не Саша Грищук. Давайте Сергея Жигалко включим, что происходит, посмотрим. Мы видим, что у Сергея позиция совершенно, мягко говоря, неясная. Он без фигуры, но уже нормально стоит, потому что удалось на c5 забрать пешку. До этого наверняка была... Да, вот такая была позиция. Наверняка была возможность у белых эту пешку сохранить, но... Ну, в принципе, и ничья, которая сейчас получится, она тоже, конечно, для шахматиста из Турции, фидемастера, она тоже, конечно, тоже записывается в актив, безусловно, с Сергеем Жигалко. Так, я думаю, что партии осталось совсем немного. Давайте включим Блюбаум. Матиас Блюбаум, очень сильный молодой гроссмейстер, выиграл также. Ну, такое впечатление, что скоро начнется тур второй. Вот последняя партия, которая была, уже тоже закончилась. И мы готовы начинать второй тур. Будет, конечно, соперник у меня посильнее. Да, я играю сейчас с мастером международным из Испании, у которого не подписан профиль. То есть пока мы не знаем, что это за шахматист. Ну, рейтинг у него 2583, что, в принципе, неплохо. Это означает, что он может быть опасен, может быть... Вполне крепким орешком. Ну, давайте каталон разыграем. Давайте такой вариант. Чтобы не дать b5 ему. Иногда можно ферзь a4 играть, не только ферзь c2. Такой вариант. Без a4. Иногда играют c4 белые, но... Это самый вариант концептуальный за черных. Черные пытаются побороться за центр таким образом. Ставят слона на g6, что не очень с точки зрения... не очень типовой план, но тем не менее он имеет право на существование. Ну, что можно сказать? Мне кажется, я немножко что-то тут перепутал. То есть, пока я говорил тут, я понял, что где-то А4 белые еще все-таки ходят. Я вижу, что А4 мне хода не хватает в этой позиции. Мне кажется, вряд ли я получил хоть что-то здесь. То есть, явно перепутал немножко, но позиция игровая остается. Пойдем сюда.
Да, теперь можно пойти D5. Наверное, все-таки стоит мне так ходить, потому что иначе совсем, наверное, позиция такая малоинтересная получается. Все-таки пусть структура будет менее симметричной, может быть, какая-то активность у меня появится. Но, хотя, конечно, позиция у черных абсолютно нормальная. Можно побить сейчас. Ну, сейчас главное конем не побить на d5, потому что ладья d5, я выигрываю материал. Ему надо, наверное, e добить, тогда материал я не выиграю. Придется мне бить конем, и последуют размены. То есть, может быть, у меня какая-то маленькая активность будет, но, скорее всего, вряд ли. Да, он правильно сыграл. То есть, могу на e7 побить, тогда взял ферзь e6. Ничего там хорошего я особо не вижу, но правда и в других случаях не уверен, что ладья d5 он побьет на g5. Конь g5, ну, наверное, так и надо ходить. Все-таки, может быть, маленькое давление остается, но еще конь f6 был ход у него. Здесь у меня маленькое давление за счет того, что конь f6 я побил ладья c5. Ну, правда, даже это не так ясно. Там будет h6 ход, и потом, может быть, конь e4. Ну, все-таки у меня там какие-то ресурсы есть. То есть, может быть, проще пойти я d8. Тогда, может быть, просто ферзь c2, наверное. Ну, в общем, какое-то маленькое давление удалось все-таки, наверное, мне сохранить так. Вряд ли какие-то у меня удары есть. Сейчас пытаюсь найти что-то лучше, чем ферзь c2, но так сразу не видно. Будем играть наиболее логичным образом. Если g6, то конь e4, возможно, с следующей игрой по черным полям. Но вот я не уверен, что как бы это настолько опасно. Ну, по крайней мере, я тут ничем абсолютно не рискую. Могу играть. Да, вот g6 он пошел. Ладья d1, он типа идет конь f6. И, кстати, может, взял на e2. Вроде я ничего не выигрываю. Ну, хочется пойти конь e4. По крайней мере, конь f6 я немного препятствую и затрудняю ему игру. И ладья d1 неприятно грозит. И потом уже конь f6, он, видимо, не успеет пойти. Ну, все-таки давление какое-то я получил. То есть, не очень верится, что у черных могут быть серьезные проблемы. Однако, не так просто ходить. Я уже вижу, что все-таки непросто на самом деле. Время тает. Да, вот он решил откупиться. Так, момент, может быть, я могу побить ферзь c5. Тогда конь d5. Это будет, конечно, смешно, да. Да, но побил просто здесь. И, наверное, побил здесь. Пешка лишняя. Компенсации, наверное, особой нет. Ну, может быть, маленькая. Так и есть. За счет того, что ладья d8 пограживает. И какая-то контр-игра по линии D. Надо подумать, как лучше ее нейтрализовать. Может, пока так, и ладья c8 пойдут следующим ходом. А вот он уже предвидел это развитие событий и мешает мне. Ну, кстати, он неплохо играет. Тут так и непросто выиграть. Давайте в эндшпиль перейдем. Наверное, не лучшее решение, но... Ну, как-то я не видел, что мне делать. Давайте шаг дадим проверочный. Вот, он даже сюда пошел, но это я не уверен. Тут может король куда-то попасть. Да, он уже попал в неприятности. Я f5 единственный ход. Но вряд ли это хорошо, хотя, опять-таки, так, у меня времени мало, единственное, уже тоже. И все-таки контр-игра у него какая-то может появиться сейчас, я вижу. Так, тем не менее, не так просто, смотрите. Наверное, так надо пойти.
Так, надо пойти и... Так, момент, он зевнул. Тем временем я заговорился чуть. И чуть не зевнул то, что я могу забрать. Ну, в общем, благополучно партия заканчивается. Слишком много пешек. Слишком много пешек. Можно даже зевнуть какую-то из них, но это очень сложно сделать тоже. Я просто их надвигаю. Ну и, в общем-то, партия заканчивается сама по себе. Да, в общем-то, удалось победить опять. Было уже, конечно, не так просто, но все-таки, наверное, перевес сохранялся по всему течению партии. Давайте посмотрим, остались ли еще какие-то партии. Да, кстати, довольно много партий остается. Давайте посмотрим, как Алексей играет. Сарана играет с гроссмейстером с Никитой Майором из Беларуси. Ну и мы видим, что слон d7 сейчас последует. Это совершенно неясная позиция. А, ну может это я не то сказал. Все-таки ясная. Все-таки ясная, да, потому что пешки не опасны. И, ну, как бы должен реализовать фигуру. Хотя, да, ну просто упал флаг. Дима Андрейкин. А, вот это интересно. Тут это всегда интересно. Понять бы, кто какими играет. Да, так и слабейший по рейтингу имеет преимущество здесь. Ну, как бы оно преимущество, конечно, скорее теоретическое. То есть, уже, потому что партия-то должна в ничью закончиться, но это не всегда случается с таким соотношением. Как бы с практической точки зрения, да, есть еще шансы на флажках выиграть это с ладьей. Можно один неаккуратный ход может привести к поражению, потому что коня нельзя, конем нельзя слишком отдаляться от короля, потому что конь может... Ой, вот последовало неожиданное окончание партии, ладья c6. Ну, в общем, даже отдача целой ладьи, как бы, она не сильно влияет на конечный результат, как мы видим в таких позициях. Да, ну, наверное, партии остается совсем немного. Давайте посмотрим. Да, вот Салем, очень сильный блицер из Арабских Эмиратов, доигрался тоже до ничьи. Давайте включим... Скажем, Санана Сюгирова, который тоже выиграл. Да, мы видим, что много партий. Давайте посмотрим, играет ли Прагнананда, тоже выиграл. Давайте посмотрим. Брэндон Джейкобсон выиграл тоже. Да, мы видим, что одна партия таки остается. Ну и, кстати, эта партия может еще долго длиться, потому что мы видим, что такое соотношение, что если тут... кстати, вот это забавная, я хотел сказать, забавная позиция, теперь бешеная ладья, возможно. Ладья f2 можно было пойти и шаховать просто короля, бешеная ладья и ничья, но тем не менее у белых-то не хуже все равно. Непонятно, кто на выигрыш играет. Уже, видимо, белые скорее могут. Нет, уже, наверное, не могут. Все-таки король на h3 попал. Ну, в общем, да, так, в такой позиции могут фанатики блица могут играть очень долго. Ну вот, наиграли сильно белые. То есть в любой момент могли сделать ничью, а теперь уже проиграно. Проиграно просто теоретически даже. Ну, в блиц на флажках я видел любые эксцессы, скажем так.
можно все что угодно зевнуть. В битой ничейной позиции можно зевнуть в один ход. Любую фигуру, и даже в партиях очень сильных игроков это случается. Так, закончилась партия. Значит, нас ожидает третий тур. Ждем начала партии. Так, играю с Владом Сидорик. Это молодой украинский, ну, еще не международный мастер, но хотя он играет явно в силу международного мастера, я так думаю. С ним я, мне кажется, не играл, если я не ошибаюсь. Ни в блиц, ни в живые шахматы. Давайте разыграем тоже каталон или, может быть, рейти будет. Может быть, после b3, да, вот, например, b3. Давайте d4 пойдем поинтереснее. Да, и получилась позиция из дебюта рейти, довольно типовая. Играть тут можно по-разному. Ладья e8, конь e8. Ну, давайте ладья e8 пойдем тут. Да, теперь... Да, вот мне кажется, такой есть ход, если я не ошибаюсь, и e5. Я это, мне кажется, видел где-то. И на a3, может быть, слон c3 даже. Ну, мне кажется, интересно смотрится. Давайте попробуем так. Бить, мне кажется, нехорошо, потому что... Ну, по многим причинам. Потому что даже если он пешку заберет, у меня будет компенсация. Я думаю, что хорошая. А он не заберет там пешку сразу, по крайней мере. Да, ладья 2. Он немножко странный ход сделал. Теперь после опять... Явно, что он b4 хочет пойти. А если мы ему помешаем сейчас это сделать, то есть... Может быть, не очень удобно развиваться. Спасибо, Роман, за отзыв положительный. Он может сейчас попробовать побить на c3, пойти конь b1. Много у меня есть там путей, как играть. Могу e4 пойти. Наверное, скорее всего, так я и пойду, наверное. Можно, в принципе, слон f5 сразу. Ну, не факт, что он так пойдет. Нет, все-таки пошел, решился. Так, значит, e4 взяли, конь e4. Ну, мне кажется, что это принципиальный путь. Принципиальный путь. Побили здесь. Ну, хотя у белых может быть и нехорошая позиция тут. То есть пока сложно сказать. Да, сюда он пошел. Значит, какие у меня есть пути? Значит, могу пойти А4. Наверное, надо ходить. И потом на С4 где-то забрать. Ну, как-то особо и не видно, что еще. В принципе, наверное, за рамки равенства не вышло. Борьба не вышла. Но, конечно, хотелось бы что-то больше получить, поинтереснее мне позицию. Хотя я сейчас смотрю, может быть, и он может побороться, сыграть на выигрыш. Слон f1, я ход зевнул, если честно. Издалека. Нет, он все-таки бьет. Так, значит, ну, наверное, проще всего побить, наверное, b5 пойти. Как-то я не вижу противопоказаний, потому что коня ему не очень удобно убирать, ладья e1 будет. Ну и, в принципе, позиция, как бы, может быть, в любом случае в районе равенства остается. Много у него ходов есть разных, слон f1, может быть, не знаю. Да, как угодно тут можно играть. Ну, как-то, видимо, мне бить надо. Бить надо и... Ну, не знаю, видимо, к ничьи близится партия. Но я не вижу, что я тут могу противопоставить. В принципе, соперник, он блиц особенно достаточно силен.
и как бы ничего, если он играет хорошо, в принципе, это результат вполне нормальный, ничего страшного, что будет. У нас 2,5 из 3, ну как бы о результате всегда преждевременно говорить, когда партия идет еще. Да, вот он играет, может быть, он играет даже на победу. Вполне еще, вполне логично, тоже я должен сказать. Да, и вот он некоторые проблемы мне ставит. Надо думать, что тут делать. Некоторые проблемы есть у меня. Может, даже не некоторые, я так смотрю. Так, смотрю, что... Да, мне казалось, что любые ладейные окончания, они совсем ничейные, как правило, но все-таки иногда приходится пострадать. Приходится немного страдать. Вот, значит, он может побить сейчас, побить и попытаться сыграть на слабость последней горизонтали. Ну, хотя это не просто сделать. Да, ну или так может сыграть, но все-таки я тут надеялся на активность. Может быть, зря, кстати, потому что ладья опять грозит, приходится так играть. Ну, по крайней мере, одна из ладей у меня активная. Одна из ладей активна, и да, он хочет ее таки прогнать. Вот надо думать, что с этим делать. И, кстати, времени у меня не так много также. Так, давайте короля все-таки активизируем. Не знаю, может, это ошибка, но не так много времени. Так, давайте, может, так. Ну, ладья у меня активна, и, конечно, ему очень непросто что-то тут придумать тоже. Ну, все-таки перевес очевидный у белых. Так, это троекратное. Да, были проблемы в этой партии, приличные проблемы поставил Влад тут передо мной. Король f4 в конце, конечно, тоже можно было на выигрыш играть еще. Ну так, да, трудно сказать, чем партия закончится, все-таки неприятно. Допустим, давайте посмотрим, тут можно партию посмотреть. Неприятно белым тоже играть, скажем так, я могу ловушку поставить. g6, f3 и g5 и выигрывают черные. Как бы не очень приятно на флажке белым тоже играть, поэтому, наверное, как бы логичный исход. Да, но надо сказать несколько добрых слов. Действительно, мне кажется, хорошо играл и вполне амбициозно. То есть мог и ничью раньше сделать Влад, но пытался играть на выигрыш, и, в принципе, это было... более чем обоснован. Так, давайте посмотрим, есть ли какие-то партии, которые вызывают интерес. Очевидно, есть, потому что все-таки в третьем туре, как правило, уже довольно много очень титулованных пар встречаются. Да, вот здесь как бы опять-таки нету, у меня нету особых сомнений, чем оно закончится, чем эта партия закончится. Да, вот выиграл опять Влад. То есть в любом таком эндшпиле на флажках он, безусловно, очень силен. Практически сильнее, чем кто-либо другой. Так, давайте посмотрим партию. Кирилла Шевченко выиграл, проиграл Кирилл кому-то, в общем, международному мастеру из Индии. Не будем останавливаться долго на этом. Кирилл
безусловно, самый сейчас перспективный игрок, молодой игрок в Украине, с рейтингом порядка 2600. К сожалению, никого более в перспективе, никого в какой-то отдаленной перспективе только можно сказать, что есть шахматисты, которые могут стать сильными очень гроссмейстерами, но единственный молодой шахматист прямо сейчас, который с очевидными перспективами, это как раз Кирилл. Да, вот вроде бы все партии закончились. Также похоже, что четвертый тур сейчас стартует, и я играю с... давайте посмотрим. А, с Виктором Балаганом. Немало мы сыграли с Виктором партии, то есть с Виарелом. Все-таки я к нему Виарел обычно обращался. Сейчас мы знаем, что Виарел перешел на работу в ФИДЕ. Но видим, что хватает времени для игры и в титулованных вторниках, что не может не радовать, потому что шахматы, как правило, все-таки не отпускают, даже если люди уходят на работу где-то в другом месте, и я думаю, что это правильно. Да, значит, разыграли мы английское начало, довольно типовой вариант. В принципе, h6 необязательный ход. d6 скорее ходит. Не знаю, может, VRL хочет пойти d5 в один прием, но это не всегда удобно, потому что вообще b4 не стоит давать в этих позициях ходить белым, потому что после b4 все-таки явное давление на ферзевом фланге у белых развивается, как сейчас. Ну, все-таки немного не туда, очевидно. Все-таки должно быть такая игра, мне кажется, структура это не лучшая за черных, потому что мы видим, что по линии D обе эти пешки могут оказаться слабостями. Также у меня давление на ферзевом фланге. Может быть. После D5, кстати, конь C5 у меня есть ход. Да, вот так по этому ходит VRL, и не знаю, уже явно пытается пойти d5 следующим ходом, то есть опять у меня есть выбор, я могу слона 3 пойти, d5, может быть, даже побить с хорошей игрой, либо пойти конь d2 просто. В принципе, выбор у меня хороший, может быть, что-то еще, но пока я не вижу, что. Давайте пойдем слон А3 все-таки. Да, вот неожиданный ход. Я думал, D5 последует. Неожиданный ход. На G4 последует конь H4. Наверное, так я не пойду, потому что все-таки там может быть контр-игра. Или можно просто побить на D6 и потом побить на 8. Ну, так я и пойду, наверное, потому что не думаю, что будет достаточная компенсация. Там слон H3 будет в конце, но все-таки я останусь с лишней пешкой. Как минимум с лишней пешкой. Ну, может быть, да, вот черные попытаются сыграть на атаку, но, честно говоря, не очень верю в перспективность этого начинания. Может быть, G5 и G4 как-то можно еще, но в принципе, не должно быть это. Да, вот как-то мне удается угадывать мысли моего соперника. Ну, не должно быть это очень хорошо за черных. Все-таки компенсация, на мой взгляд, явно недостаточная. Да, ну и правильно, что как минимум свел к минимуму мой материальный перевес VRL, но как бы мне нет повода для печали в любом случае в этой позиции. Могу, не знаю, хочется ферзь G2 подготовить, может быть F5 есть смысл.
Кстати, времени-то у меня чуть меньше, так вот я немного заговорился, а на самом деле надо ускоряться, наверное, постепенно. Может быть, F5 мне надо было пойти, не знаю, вот не уверен. Стоит F5 ходить, не стоит. Давайте пойдем все-таки F5. Перевес у меня большой, но не так просто, если честно, пока надо как-то консолидироваться. Хочу ферзь F4 пойти. Вот, и не знаю, что он может противопоставить. Может быть, так и непросто что-то черным тут придумать. На слон e5 ферзь h6 последует, и может быть ферзь g5 самое простое. А побил тогда ладья. Так, слон b8. Ну давайте пойдем так, мне кажется, интересно все-таки упростить положение. Да, вот. Пока, может, захватим. Может, неправильно я пошел король g7, но хотя он, может, не успевает. Так. Трудно сказать. Ну, король f2, может, было проще сразу. Мне кажется, у меня перевес. Ой, я вот это я зевнул, но хорошо, что я зевнул. Это не столь грубо, потому что у меня есть контрнападение. Так, и h3 взял. Давайте h3 пойдем. Отдаю пешку, но захватываю линию h. Ну и не так просто выиграть, потому что линия h это как бы палка о двух концах. После ладья g5, скажем, последует ладья h8. Ну, думаю, ничего страшного, можно так пойти. Да, вот тут, правда, слон Е1, может быть, не очень приятно, но такой ход. Да, но позиция явно выиграна. Теперь, потому что еще кроме лишней пешки есть и слабости у черных. Теперь просто надо аккуратно усилиться и довести до победы партию, потому что ну, в общем, очевидно, что должно быть выиграно. Да, удалось победить, но надо сказать, что победил благодаря тому, что все-таки стратегия моего соперника, она в дебюте не была, я думаю, что оправдана. Конь d4, VRL наделал слабости себе. И я думаю, что позиционно всегда имел перевес по ходу партии. Он, возможно, не лучшим образом играл, но, в общем-то, вполне нормальная партия оказалась. Давайте посмотрим, действительно, есть ли еще интересные партии. И, как мы знаем, после четвертого тура есть перерыв небольшой, минут 5-7. Античитерская бригада проверяет в это время партии, самые подозрительные партии. Давайте посмотрим. Вот Влад Артемьев, как всегда, в каком-то эндшпиле. Не таком затяжном в этот раз. Видимо, ничейный эндшпиль. Без пешки Влад, но
Ну, хотя еще могут быть некоторые проблемы у него. Так, как там наши, Роман? Давайте посмотрим, как там наши. Пока есть время. Мишаник это Алексей Сарана. Так, а что мы видим? Мы видим, получился эндшпиль, который ничейный. Это ничейный эндшпиль. Теоретически, потому что длинная сторона, ладья на длинной стороне, достаточно ладью поставить здесь. Держать на длинной стороне, главное никуда ее не дать сопернику. Да, вот король g2 и ничья, и ничего соперник не может сделать, потому что ладья уже привязана к защите пешки f2, и получается ничья. Это достаточно любопытно с точки зрения точных знаний. Да, и получилась ничья, и, значит, мы в одной группе оказались с Владом по 3,5, но по 4 тоже, я думаю, что очень много игроков, 23-й, Санан Сюгиров, мы видим, что, видимо, 23 человека идут по 4 из 4, но давайте посмотрим, кто из самых известных игроков. Значит, Давид Паравьян из России, Гата Камский, Алексей Сарана, Пархам Максудлу, Хикару Накамура, Амин Табатабай, Бадур Джабава, по-моему, это Нодирбек Абдусаторов, да, точно, Прагнананда, Санан Сюгиров. В общем-то, мы видим, сколько игроков. То есть, или очень сильных, или где-то даже выдающихся. С точки зрения того, кто по 3,5, в группе 3,5, я думаю, что мало чем отличается с точки зрения силы. То есть, может быть, только разношерстная более группа. Да, из наших, меня спрашивали в чате, из украинцев хорошо идет. Ну, как хорошо, как бы это относительно хорошо, 3,5. Это только начало турнира, но, тем не менее, нормальный результат будем считать, 3,5 с 4. Саша Бортник, Влад Сидорека, с которым мы сделали ничью, обыграл кого-то Влад. Кстати, и все. Что-то я больше не вижу украинцев в этой группе. Ну так, значит, не так пока хорошо для наших ребят турнир складывается. Кирилл Шевченко 3 из 4. Юра Кузубов также. Не вижу Антона Коробова. Наташа Букса 3 из 4. Укрмастер. Я не знаю, кто это. Укрмастер. Без подписи. Ну, в общем, такая ситуация. Сейчас мы посмотрим, что скажут. Так, давайте сделаем минуты на 3 примерно паузу, потому что действительно, сейчас идет проверка античитерская. Я думаю, что перевести дух и попить кофе самое время. Так что, пожалуйста, возвращайтесь через 2-3 минуты и не переключайтесь. Будет самое интересное впереди все. We'll be right back.
снова онлайн. Через пару минут должен начаться пятый тур. Пока давайте еще раз посмотрим таблицу. Да, иногда бывает, что просто кто-то добавляется с запозданием. С запозданием обновляется таблица, но не в этот раз. Мы видим, что 23 человека идут с результатом 100%. И по 3,5 очень много сильных игроков. Кирилл Алексеенко, Григорий Апарин, Влад Артемьев, Дима Андрейкин, Ведит, Салем, Бортник и много-много других. Да, и значит, что пока, конечно, не представляется возможным сказать, кто же фаворит турнира. Как всегда, это нужно записать туда Хикару Накамуру. По умолчанию уже, который выиграл, вероятно, больше, чем кто-либо другой турниров в интернете, не только титулованных вторников. Но, тем не менее, далеко не всегда ему бывает просто в таких сильных составах даже попасть в призер. Да, значит, я играю с шахматистом из Чехии, по крайней мере, флаг чешский обозначен. Так, давайте Е4. Е4 попробуем начать. Любимый ход Остапа Бендера. Мой соперник хочет разыграть защиту каракан. Давайте такой модный вариант сыграем. Ферзи меняются, но позиция далеко не такая простая, как это выглядит на первый взгляд. Очень модный вариант, который даже очень сильные шахматисты применяют в настоящее время. Вот обычно конь Е1 тут ходит, потом конь на D3 переходит. Такой очень стандартный план. Думаю, F3 в любом случае понадобится. Конь D3 можно... Да, это тоже, кстати, стандартный план. Может быть, поэтому F3 можно было чуть отложить, но ладно. G4, некоторая контр-игра у черных появляется. Ну, будем играть также в свою игру. Могу пойти конь E5, и придется ему ладья H7 пойти, что может быть не так удобно. Ну, может быть, ничего страшного. Ну, тем не менее, явно у меня должна быть инициатива. По крайней мере, сейчас ладья D1 я готовлюсь ходить. Да, ладья D1 спокойно. Да, и на слон B6 мой соперник хочет пойти просто слон E7, прикрывая все поля. Да, и... Ну, выбор у меня большой, продолжение. Ну, не так просто, конечно, однако понять, что же все-таки делать. Какой оптимальный план? Может быть, конь c4 куда-то на d6, на b6 конь устремится. Либо попытаться воспользоваться некоторой неразвитостью, что-то придумать более... Ну, время, тем не менее, тает, а так я сразу не могу сказать, что тут можно лучше придумать. Давайте пойдем конь c4. Да, играет мой соперник вполне логично. Давайте пойдем сюда. Наверное, конь d6 в моих планах забрать слона все-таки и играть со слоном против коня. Эту позицию, мне кажется, это вполне путь нормальный. Все-таки должен быть определенный перевес у меня.
Возможно, даже можно лайки разменять будет также. Ладно, давайте поменяем лади. Так сразу пока не пойму, есть ли что-то лучше, а может и нет. И будем играть на пешку h, которая все-таки явно... Ну, хотя король, вот он успел королем на g6. Я хотел сказать, явно, может быть, объектом для атаки, но уже нет. Уже мне ее... не забрать, надо что-то придумывать другое. Ну, понятно, что я давление сохраняю. Со слоном всегда играть в таких позициях лучше. Ну, почти всегда. Да, вот здесь единственное, что мой соперник, возможно, играет с огнем. Ну, хотя пока... Не вижу, как я его могу наказать. Но пока сюда пойдем. И, возможно, сюда слона перекинем. Чтобы предотвратить контр-игру. Вопрос, предотвратил ли я ее. Или, может быть, дал на самом деле пойти король f4. Что, возможно, палка о двух концах, но проблема в том, что он пойдет сейчас e5, и, возможно, с пешкой e4 возникнут проблемы. Мне надо что-то придумывать. Давайте, не знаю, так, я, конечно, могу проиграть очень быстро. Что же делать? Давайте b4. Ход, конечно, антипозиционный на вид. Но как-то я сразу не понял, что мне еще делать. Потому что e5 и конь c5 грозило. Да, я наиграл как-то в этой партии, очевидно. Как минимум было у меня хорошо. Уже, конечно, только у меня могут быть проблемы здесь. Ну, хотя пока держусь. Пока держусь. Да, вот интересно играет соперник. Ладно, времени не остается. Будем играть на разных флангах такую позицию. Конь e4, король b4. Меня, конечно, не лучше, но все-таки как минимум контр-шансы остаются. Ну, конь e4 ему надо бить, он как-то задумался. f5 также логично. Так, ну буду двигать, пока я не знаю, к чему это приведет, но у меня особого выбора нет. А может я проигрываю, потому что... Хотя может нет, вроде не проигрываю. Вроде пока не проигрываю, после конь c5 хватает мне темпов догнать пешки. Что может еще сделать? Король h3, слон e1, наверное, пойду. Ну, а это на 3 результата предложения, в общем, потому что... Мои пешки, они вполне опасные тоже. Ну, он, наверное, должен на h2 забрать, потому что в будущем это может быть проблемой для него. Да, он правильно сделал. Но теперь я могу так тоже забрать на e5 и... Получается ничья. Получается ничья. Вряд ли он кто-либо тут может что-то сделать. Да, и вполне логичная ничья.